Колумбийская певица Шакира достигла соглашения со стороной обвинения по делу о налоговых преступлениях в Испании. По условиям сделки исполнительница получит 3 года условно и штраф в размере свыше 7 миллионов евро. Таким образом, процесс в Барселоне, в котором в последующей неделе должны были участвовать более 100 свидетелей, был отменен всего через 8 минут. Певице было предъявлено 6 обвинений в неуплате испанскому правительству 14,5 миллионов евро налогов в период с 2012 по 2014 год.